А вы в суд пришли, да? Чего вы опять убегаете? Господин Николаевич, что, как вы справляетесь в Молдове? Не смешно. Ну, так поэтому мы и не смеемся. Так, а скажите... Я вас еще раз попрошу, я не комментую. Как у вас развивается событие, то есть разбирательство? Вам отказали в политическое убежище? Скажите, пожалуйста, вам отказали в политическое убежище? Я вообще... Идите за мной, идите до дома. А поехали со мной? Чуете? Идите до дома, не ходите за мной. Мы за вами не ходим, мы просто хотим получить от вас один внятный ответ. Нет, я вам все сказал. Дякую. Поездите, не ходите за мной. Звертайтесь до прокуратуры, до адвокатов. Ваш адвокат тоже не хочет отвечать на вопросы. И прокуроры почему-то не хотят отвечать на вопросы. Все такие честные, но почему-то все стесняются. А сумочка новая, модная.